творчества. Сегодня в селе Шихазаны Канашского района открылся Дом культуры. С подробностями Дмитрий Ковалев. Этого дня в Шихазанах ждали давно. Строительство нового Дома культуры началось в рамках национального проекта. Работы продолжались 1,5 года, и вот торжественный момент. На строительство Дома культуры направили свыше 50 миллионов рублей. Теперь для творчества и досуга здесь создали все необходимые условия. Зрительный зал на 300 мест, большая сцена, проекторы для кинопоказов, современные акустические системы. А за кулисами современная световая аппаратура, которая меняет цвета по заданной программе. Такие спецэффекты украсят любой концерт. С открытием Дома культуры творческая жизнь села заиграет новыми красками. У артистов немало планов. Ой, такая красота. Здесь, наверное, приятно будет выступить всем. И, конечно же, нам. Хотим на репетицию выступать концертами. Первый концерт и сразу аншлаг в зале. На сцене лучшие коллективы района. Отдаленные села муниципалитета с концертами и спектаклями приедет передвижной клуб. Он был приобретен за счет бюджета. У нас благодаря главе администрации Владимир Николаевич Владимир приобрели микроавтобус на 16 человек для них. Еще у нас есть автомобиль, транспорт передвижной. Только в этом году в республике построят 6 домов культуры. В следующем еще 7. Но это только первый этап. В рамках национального проекта запланированы масштабные работы, отметил глава региона. На втором этапе еще 25 будем строить. Но кроме этого, хочу доложить перед вами, мы практически оснащаем современным светосигнальным оборудованием другие учреждения культуры, капитально ремонтируем, облик меняем, благоустраиваем близлежащую территорию. Глава региона проинспектировал и ход капитального ремонта корпусов районной больницы. За последние годы на модернизацию поэтапно направили более 100 миллионов рублей. Недавно для инфекционного отделения был приобретен современный рентгенологический аппарат. В единой базе данных, если взять по району, у вас все сейчас сконцентрировано на вашем рабочем месте, да? В ближайшие годы все больницы и ФАПы муниципалитетов должны быть связаны высокоскоростным интернетом, отметил глава республики. Это необходимо для развития телемедицины. А практически район ФАП все подключены? Значит, всего 5 подключено, у нас 5 фельдшерских пунктов, 1 передвижной, остается еще 10 подключить. До конца этого года в муниципалитете после капитального ремонта откроется и хирургический корпус больницы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.